Даже при минимальной ставке с Alimbet ты получаешь бонус. А если больше ставок, то и бонусы больше с каждым уровнем. Запомни, больше ставок – больше бонусов. Бонус-клуб Alimbet. Alimbet. Максимум от игры. Нас поддержать команду обязательно. Вот, у нас есть шанс остаться, надо поддержать как можем. Да. Будем всей душой болеть за Факин сегодня. Ну, как мы могли бросить свою команду в такой ответственный момент, после такой шикарной победы? Конечно, мы поддерживаем, мы всегда болеем. Не получается на выездах, болеем дома. Сегодня видели наших ребят в городе, желали им удачи. Сказали, что мы всей душой и сердцем за них болеем, поэтому мы ждем только победу и очень любим нашу команду. Мы очень любим Факер. Да. И ждем сегодня все победы. Болеем, все яркие. Общались с болельщиком Ростова. Да. Все с нами на одной волне. Все почти все желают победы Факер. Ну, мой первый выезд. Я сам в Белгородской области, из города Старый Оскол. Вот. Решил поддержать команду. Такой непростой момент. Как бы болельщики, все, атмосфера на высшем уровне, постоянно все это, все вместе, все это сближает, это нельзя пропустить. Вот трибуны в Воронеже просто лучшие, и здесь, ну, это просто нужна поддержка, нельзя бросать команду в такой момент. Если ты уже, как сказать, в это в тебе живет, то это больше никогда не закончится. За Воронеж, за победу! За Воронеж, за победу! Загорелись, наверное, в этом, когда это все получило распространение широкое. На выездах мы второй раз, наверное. Первый раз был с Торпедо в Лужниках, потому что это факел, потому что по-другому нельзя, потому что это самая лучшая команда. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла! Привет, Воронеж здесь, ребята! Приехали побеждать, море болельщиков, прекрасное настроение, факел чемпион! За победу! Эй! Эй! Я думаю, мы будем играть в атакующий футбол. Хочется, чтобы мы победили сегодня. Набрали 3 очка и двигались дальше. Рисунок игры у нас только один. Победа, Павел! Победа!
Который у нас был после игры с «Динамо», мы работали над этими нюансами. Они сами рвутся в бой, они сами хотят выигрывать. Мы, болельщики, им только в этом помогают. Нам нужно было сыграть компактно и более надежно в середине поля. И как меньше, чтобы создавал соперник. Ну, в первом тайме соперник много делал подходов. Но мы с этим справились и как бы контролировали ход игры. И в игре мы были более острее, чем соперник, при этом забив 2 мяча. Сегодня мы играли, в принципе, как дома. Болельщиков было очень много. В принципе, мы каждую выездную игру играем практически дома. Они на каждую выездную игру приезжают в большом количестве. Сегодня было их прям очень много.